Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вот эту папочку я уберу. Я сегодня первый раз буду читать без бумажки. Общая тема всех лекций – качество, залог успеха танцора. Мы очень долго думали, о чем можно говорить. Можно говорить о внешнем виде пары. Можно говорить о движении тела. Можно говорить об управляемости. Можно говорить о качественном ритмическом рисунке. Можно говорить о качественном использовании трюков. Можно говорить о физической кондиции, послушное и мудрое тело. Но, честно признаюсь, я вот смотрю сегодня в зал, здесь огромное количество людей, действительно высоких профессионалов, которые готовят абсолютно потрясающие пары. И когда я смотрел финал чемпионата России среди любителей и финал и первенства России среди молодежи, я был в бешеном восторге. Это наша с вами работа. Пара потрясающего качества. Мне хотелось действительно кричать «Виват Россия! Вперед!» с флагами и так далее. Я смотрю с удовольствием детские турниры. Дети 1, дети 2, юниоры 1, юниоры 2. Иностранцы, приезжающие в Россию, они просто тащатся, говорят, откуда вы набираете столько классных детей? Где вы их берете? Мы берем абсолютно нормальных детей и делаем из них великолепных танцоров. И если мы будем рассказывать о линиях, там, о движении, о драйве или еще о чем-то, вы все это знаете. Но в один прекрасный момент каждый из вас сталкивается с одной очень... может быть, неприятная ситуация. Когда приходит пара на урок, вы смотрите и понимаете, что вы уже все сказали.